Пуньк-пуньк. Пуньк-пуньк. Пуньк. Так, всем привет, это Сега, и мы играем в игры. Значит, сегодня мы смотрим на игрушку, которая называется Mystery Rumah Pakrt. Что-то там было про ранний доступ. Не помню вообще, если честно, что за игра, что-то из разряда хоррора. Она у меня находится очень давно. И вот время подошло в нее поиграть. Поэтому есть еще мультиплеер. Какие-то комнаты, не знаю, что это такое. Вообще, синглплеер. Вот, это я. Я лысый, если что, знаете это. О, все, убрал мышку. Так. Какой-то хоррор, что-то нужно делать, что-то непонятно, но очень интересно. Просто посмотрим. Может быть, о. Русского языка, конечно же, нет. Зачем он нам нужен? Use flashlight. Ебать, ебать, всю комнату видно. А на меня флешлайт-то не светит. Так, хорошо, можно почилить. Вместо почилить это... О, вот так вот. А, вот так тупо я управляю мышкой. Понятно. То есть вот так вот. В настройках, если что, нет ничего, кроме настройки графики и звука. То есть я вот так вот зажимаю, я кручу. Телевизор, значит. Как неудобно, блядь. Хорошо. Хорошо. Нам... А еще у фонарика-то садится... Так. Аккумулятор. Open, open door. Экономим. Экономим. Оп. Ё-моё, эта дверь захлопнулась. Да, здравствуйте, это я, который очень боится хорроров. А батареек-то много раскидано. Пик. Еще батарейка есть. Отлично. Питается, интересно, она от одной батарейки или двух батареек. Еще пик-пик батарейку. Быстро уходит, прям быстро. О, бегать можно. Класс. Все, с управлением разобрался. Остается понять, что делать в этой игре. Батареек раскидали. Там кто-то спит. Не, пока туда не пойдем. Давайте осмотримся. Так, это аптечка. Значит, нас будут пиздить. Это нам не нравится. Что там происходит? Музыка немножко напряженная. Лампа. Open the door. Уже не боюсь, кстати. Еще есть аптечка. Так, еще пик-пик. Батарейку. О! Пиздить будем мы. А, это батарейку. Я думал, его можно поднять. Драться, кстати, нельзя. Что в этой игре делать, тоже нельзя. В смысле, не знаю. Потому что я не посмотрел. Потому что я такой, ну, вот у меня есть скопившиеся игры. Вот я в них чуть-чуть поиграю, вот я вот их чуть-чуть посмотрю. Вместе с вами, конечно же. Кто-то там вообще неровно дышит ко мне. А, это, видимо, какой-то... Эдди, дедушка Эдди. Так, ну и чё? Find the battery. Вот, use battery. Все. У нас проблем с battery пока нет. У нас 8 battery еще. А вот еще, вот еще battery. Duracell. Короче, какому-то Эдди. Вот, видите, Эдди написано. О, во, Эдди, если что. А, видимо, ему плохо без баллонов. Дышать нечем, вот он там сопит. Эдди, не надо. Эдди, мы тебе идем помогать. Бляха, страшно. Не-не-не-не-не-не-не-не, Эдди! Бля! Эдди, подумай, одумайся! Эдди, не надо! Эдди, иди в жопу! Эдди, я здесь, у меня точка спавна, не надо. Все, ГГ. Ну, если ГГ, то может хотя бы на превьюху его возьмем. А чё нет? А чё бы и нет? Хуй ты гонишь, Эдди? Бля, я уже прыгаю, уже скачу. Эдди потерялся. Эдди устал бегать. Блять, Эдди не устал бегать. Три, лечиться. Юз медкит. Да кушай быстрее. Эдди, пошел ты. Game over.
Спасибо за игру раннего доступа. Пожалуйста, держите в уме, что эта версия только включает несколько там чего-то, кого-то, и мы играем еще раз. Ну а как? Ну а как иначе-то? Мы знаем теперь, где Эдди у нас. Туда не пойдем. Все. Как пиздов Эдди-то дать? Вот это вот вопрос. Самый главный и интересный. Так, я сразу же собираю одну батарею. Я не буду собирать дохера батареек, потому что... Потому что зачем? Потому что не надо. Это... Бля, Эдди уже тут ходит. Эдди, какого хера? Эдди! Эдди, ты чё? Эдди, ёбнулся, что ли? Эдди! Вон он ходит. Вот сюда пойдемте. Ага, Эдди. Закрывай дверь. Все, я надеюсь, что Эдди не умеет. Сейчас узнаем, умеет ли открывать Эдди двери. Эдди, ну кто тебя двери научил? Открыл Эдди, безумный Эдди. Так, все, просто бежим и следуем. Ага, 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 все знаю. Все дальше. Все, Эдди за нами. Эдди устанет когда-нибудь, мы-то нет. Ага, медкит. Это что за дверь? Все, пизда, все, пизда. Угу, угу. Обманочку кинули Эдди. Так. Все, все, Эдди, 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 не надо. Все, все, вырубил, вырубил Эдди. Потрясающая игра. Я просто не понимаю, что в ней делать. Просто, просто супер, просто класс. Еще раз играем, обязательно. Еще раз синглплеер. Так, ага. Пик. Юз, ага, шикардос. Столько помещений. Эдди просто ходит, типа, уже рядом с нами, но это неправильно. Вот где вот он дышит тут? Это что? Это пригнуться? А такое было разве? А я не помню, что такое было. А я не помню, что такое было. Сразу же берем, если что, еще одну. Но вдруг мы проживем чуть больше, чем 3 минуты в эту катку. Так, ну можно лечиться, бегать, как бы, ладно. Так, сюда нет. Сюда. Вот сюда мы не ходили. По ощущениям, Эдди там где-то далеко. Так. Так, эта комната проходная. Слушайте, а комната это походу... Ага, вот, да, могу выйти сюда. То есть я могу от него просто бегать. Набрать батареек и бегать. Я пока встретил всего лишь одну комнату, где... А, вот тоже тупиковая ветвь развития. Что стучит? А это у меня. Ладно. Нужно найти три ключа. Где-то там... Вот он. Ёбаный насос. Эдди, ты что? Так, а в палатку можно сныкаться? Нельзя. Ладно. Ладно, нельзя так нельзя. Так, если там Эдди, нам нужно с другой стороны обходить. Так, но если Эдди в той стороне, мы будем обходить с другой стороны. Правильно? Это же логично. Мы же знаем, что делать. Так, мы отсюда пришли, нам сюда не надо. Эдди, это что такое? Что ты здесь делал? О, оружие! Можно? Ну я бы тоже Эдди. Ой. О! You can open chest with this. Вы можете открыть сундук с помощью этого. Хорошо, мне это очень нужно. Так, фонарик. Ага, все, шикарно. Сейчас на Эдди наткнемся стопудово в какой-нибудь комнате. Просто он такой, салам алейкум, алейкум ассалям. И все. Скрипка. Может быть, Эдди любит музыку, ему нужно играть. А вот это сундук. Ну, стол, ты что делаешь? Иди нахер отсюда. Нет, нельзя. Ладно. Это главная комната, это я знаю. Так, Эдди где-то там дышит плотно так вот. Так, здесь мы были, а это что? Столько оружия как будто бы. А ударить нельзя. Ага,
Ага, ага. Эдди опять там, да? Говнюк. Эдди, говнюк, ты где? Бар-стрит. Ага, туалетная комната. Шкаф. Open door? А, понятно. Понятно. Понятно, неинтересно. Бля, Эдди идет. А, find red chest. Найдите красный сундук. Хорошо. Но он вот здесь уже, но он вот здесь прям. Вот я открываю, вот он. Наебал, Эдди! Хорош! Двигаемся дальше. Здесь я был. Здесь красным сундуком не пахнет. Здесь Эдди на... Это красный? Нет. Здесь Эдди нас заколбасил. Blue key required. Найдите голубой ключ. Понял. Так, здесь я был. Может быть, с Эдди можно просто поиграть в бильярд? А, в билик раскатаю его и все. Здесь тупик. То есть, вот это вот. Тупик. Ага, тоже тупик. Хотя, казалось бы, текстура. Ёпта мать. Куда я сжимал? А, юз. Угу, чисто. Пик. А, опять батарейку. Ну, лишними не будет. Лишним не будет, почему бы и нет. Так, у нас уже есть одна аптечка, поэтому больше нам аптечек не надо. Зачем таскать лишний груз с собой? Так, это что? Purple key. Пурпурный. Фиолетовый ключик нужен нам здесь. Я слышу, он где-то тут сопит. Дед, пей таблетки, а то получишь по жопе. Куда идти? Я уже, кстати, все исследовал. Я в первый раз, когда проиграл, думал, ну что опять за хрень, мы будем играть 5 минут. Что за игра? А, вот он. Красный сундук. Юз, юз, юз. Давай, 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 юз, пока Эдди не напал. Purple key есть, отлично. Отлично, быстрее, быстрее, двигай жопой. В смысле? А это не... Find purple chest? Серьезно? Найдите... В смысле? То есть мне дали ключик просто? Ну вот это поворот, конечно. Вот здесь мы ждем. Нет. Интересно. Прыгать нельзя, можно только бегать. Окей, ладно. А здесь есть проход куда-то? А, здесь есть проход вот в это. Но здесь нужен blue key, да. Blue key. Blue key. У меня нету blue key. Blue key. Еще батарейк. Ну давай, ладно, мы уж профессиональные игроки в эту игру. Уже один ключик собрали. Опять села, ну что ты. Холодный ветер с дождем, давай. Слушайте, так давно на Эдди не попадались. Как будто бы надо попасться. Как будто бы сейчас попадемся. Так, а мы в этой комнате были вообще? Сука. И вот не спрятаться, вот от него бы спрятаться, было бы вообще тема хорошая. Так-то, по сути, как бы можно сбегать, наверное. Бигфут. Барбара Финч. Блядь, двери так еще закрываются, ну просто отвратительно. Как бы, ладно, первый раз я испугался. Здесь где-то Эдди, да? Да-да-да, 100 баллов он здесь ходит. Не, он там где-то дышит. Так. Я, по-моему, уже все обыскал. Меня еще, знаете что? Меня еще заколебало нажимать на кнопку. Ну, то есть я держу кнопку, чтобы
типа, перемещать. Потому что вот я иду, и ничего не случается. Типа, я могу за ним вот так ходить, но это тоже шляпа. Надо постоянно нажимать. То есть нельзя просто мышкой, это нужно нажимать и передвигать. Блять, я испугался вот этого придурковатого. Ну что? Ну что, с приколдесного района? Ладно. Открывайте. Вот он! Вот он! Ублюдок! Ублюдок бежит за мной! Бежит за мной, бежит за мной. Я вот сюда шмыгнул. А то мы здесь не были. Мы здесь не были. А он замечает, интересно, если я фонарик погашу? Мы здесь не были. Вот дверь. Опа, открылась. Открылась. Опа, опа. Да нет, убери. Бля, идет походу, идет походу. Пизда, пизда. Давай быстрее, давай, давай. Я смотрю на дверь. Что мне? Find blue chest. Где он может находиться? Сразу же батарейку меняем. Ага. Я нихера не понимаю. Бляха. Он сейчас там двери ходит, открывает. Уродец. Find blue chest. А, хорошо. Очень страшно. Очень-очень напряженно. Синюю дверь я видел. Видимо, за ней blue chest находится. Так, где синяя дверь у нас? Сука, сука, идет, 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 подлюка. Падла, 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 бегом. Это фиолетовая! Гандон! Бежим! Бегит, бегит! О! 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 В смысле? Да как он в темноте увидел? Ты жопа! Жопа жопная! Ну конечно, ну конечно, ну вот и все. Ну вот и все, доиграли. А, я думал, он меня не добил. Full release. Так, ну давайте, давайте найдем синюю дверь. Просто вот, ой. Синглплеер. Походу можно играть в компании своих friends. И это будет гораздо проще, я так понимаю, если играть в компании друзей. По-моему, эта игра вообще бесплатная. То есть, я не помню, чтобы я за нее платил. По-моему, я ее просто скачал. Но она из Стима 100%, из Стима запускалась. Поэтому это никакая не скачанная где-то демка. Вот, мне нужно найти ключ, и вот сюда меня запустят. Да, я не могу просто так пройти. А почему я туда не мог пройти? Это вопрос. То есть нам нужно все заново сейчас проходить из одного к другому. Иди в сраку, слышишь ты, Эдди? Ну он теряет. То есть вот сюда вообще такой решил не заходить. Такой, ну ладно, чё, я потерял его. Сейчас вот здесь стоит, да? Ну вообще сзади. Так, хорошо. Оп, оп, оп. Что сделаешь мне? Что сделаешь, лох? Лох. Лох, вонючка. Уходим. Уходим дворами. Кушай давай. Ам? Угу, молодец. Сейчас здесь пойдет, стопудово, вот он. Какой страшный. Ну, типа он не страшный, но такой страшный. Бля. Вот здесь, вот сюда, вот сюда. Что ты скажешь? По хребту дал мне, ну ты посмотрите на него. Ну вы просто посмотрите на него. Вырядился тут в туфлях да с пакетом.
Отвратительно. Отвратительно. Есть еще какие-то варианты? Мультиплеер, давайте. Join room. Ага, код. Create room. Create room. 1-2-2-2-2-2-2-2. Да, можно. Видимо, играть с друзьями. От него удирать и искать вот эти вот ящики. Ну да ладно. Все понятно, найдите три ящика. Миллион лет мы их будем собирать. Но у нас же просто взгляд на игру, что там нужно делать. Если вдруг вам будет интересно, войдите в Steam, наберите эту игру, скачайте и поиграйте. Потом напишите мне в комментариях: а, Sega, ты чё, тупой? Там надо было туда идти, туда идти, туда идти, и ты бы все справился, и все бы у тебя получилось. Но у тебя не получилось. У меня же столько выдержки нет, поэтому на этом мы закончим вот такой вот коротенький обзор на игрушечку. Ну давай, иди сюда. О, прикол. Ну он какой-то вообще такой... Такой какой-то... О, жестко. О, нормальная превьюха будет. Ну куда ты пошел, эй? Крабсбургер. Короче, очень странная на самом деле игра, да. Ну то есть ты бегаешь, собираешь сундуки от какого-то монстра, вот это вот опять Escape Backrooms. Ладно, спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующих видео, в следующих играх. Вам же хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока.